Всем привет, с вами Green Knight, и мы продолжаем Assassin's Creed Origins. В общем, откатил я драйвера NVIDIA на старые. И пока вот я бегал какое-то время, просто бегал, без квеста, без всего. Даже вот в Александрии я опять... Вообще никаких лагов. NVIDIA, вы серьезно? То есть у вас все окей, все нормально, а потом обновляешь драйвера и все лагает? Сейчас вообще все гладко идет. Вы чего, блин? Что вы там делаете, идиоты? Спасибо тебе за помощь. Эти ничтожества теперь дважды подумают, прежде чем нападать на поэтов. Мы донесем до людей истину и сможем посрамить лжецов, Байк. Ну, давай попробуем. Байк! Пришло время отпраздновать с моими музами. А кто присмотрит за актерами? Сейчас нам надо работать над новой пьесой. Байк, ты должен прийти. Надеюсь, ваш праздник не хуже тех, что бывали в Сиве. Ну, пойдемте на праздник. Давай, Байк! Этот праздник будет чудесным! Торопись, станешь нашим почетным гостем. Че, правда, что ли? Вспоминаю пиры, которые я устраивал раньше в своем доме. Эх, были времена. Теперь все стало скромнее? А теперь филакиты запрещают нам собираться. Эти люди далеки от искусства. Они считают, что правы. Думаешь, ты прав? Конечно! Правда рождается в хаосе, не в порядке. Ну, ну куда ты так драпанул, дружище? Ой, как приятно стало играть сразу. Ой, прям вообще ништяк. Это нам, да? Ага. Нет, не дам, иди на. Сейчас ты прекратишь, блин, козел. Ты чё, офигел там вякать на меня? А, ты чё тормозишь-то, дурак? Ну, ехай дальше. Я за тобой. Я-то не знаю, куда ехать. Давай, за квестом. Ой, как хорошо, как все крутится, без всяких лагов. Тихо. Ах ты, Спайк! Это филакиты Геннадия. Я должен был... Фу, да это... Дурачки какие-то. Так, это я понял. Пошел вон. Ой, хорошо. Ништяк. Вот сразу приятная игра. Все. NVIDIA, я вас ненавижу. Я вас презираю после такого. Запороли мне целую серию, блин. Ах, наконец мы дома. Ну что, приготовься, Байк. Это будет незабываемо. А что посмотрим, именно? Посмотрим, подтвердятся ли рассказы Ай. Фан, это уму непостижимо. Что такое? Байк, прошу, добро пожаловать в наш собственный... Собственный? Ну, собственный что? Ненавижу. Что ж, вот оно! Надежное убежище поэтов Александрии. Стой. Ты слышишь? Это Геннадий. Похоже, его люди нас нашли. Мы справимся с ними. Фан, хватай меч. Мои чернильницы наполнятся кровью этих мерзавцев. Давай, Байк! Пусть боги благословят нас. Геннадий передает тебе поклон, Фан. Он вперед него начал атаковать даже. Тот даже слова не сказал, а уже получил по щам. Мы вышвырнем тебя отсюда! Да, ну правда? Ты чума, Александрия. Прям в спину. Сдохни. Ай. Айте вот так. Давай, 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 ништяк. Ой, руби, как хорошо. Ты пожалеешь! Да, отвалите. Ладно. А можно было тот прием выполнить, который я специально для этих дел изучал? Скотина!
сюда, братья! Давай, давай, протыкай его, молодец. Ой-ой-ой, это было опасно. Да почему 21 уровень убивает 34 так легко? Оба-на. А, shift не надо держать, все, я понял. Прям в голову. Ой, ты че, офигел? Зачем спиной поворачивался ко мне? Вообще уму не приложу. Ты живой там? Все, уходим, уходим, уходим. Ну не на улице же говорить, не среди трупов. Твои люди целы, Фан. Эти мерзавцы! Они убили нескольких моих мус! Но дракон, мой лучший поэт, к счастью, выжил. Мы должны найти способ остановить их. Байк, пролилась кровь поэтов! Это поможет нам привлечь людей к борьбе. Все, что угодно ради свободы. Мне нужно время. Мои люди помогут. Застанем филакитов врасплох. Окей. А где этот квест? А, застать филакитов врасплох. Это я... Это хорошо. Вот это что ли? А, нет, 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 нет. Где у них этот? Вот. А, эй, дружище, а квест, давай квест. Ну ладно. Пойдемте какой-нибудь другой возьмем. Колыбель для кошки. Ну, давайте попробуем. Пока, видимо, другой квест можно сделать. Раз новый не появился. Ну, я так понял, продолжение-то будет квеста. Поэтому как-то так. 250 метров. Ну, недалеко доедем. Скоро доедем. Лифт наш. На всякий случай надо запомнить, что он здесь стоит. Как же приятно теперь играть. Не трынькой. Не смей делать трунь, когда я проезжаю. А это не внизу? А, это внизу. Скайси. Нельзя терпеть это святотатство. Что случилось? Что такое? Тут слишком много крови для одной кошки. Ну да. Хотя, мне кажется, нормально. Я не могу понять, что тут случилось. Надо разузнать побольше. Чё тут? Труп какой-то. Ага. Римский солдат. Мертв. Всего одна рана. Он умер быстро. Ну, это ж хорошо. Чё еще? Кровавые следы. Они ведут на север. Нек. Кошку убил римский солдат. Похоже, из-за этого он и погиб. След ведет на север. Пойду по нему. Эти египтяне уже ищут виновных. Надо найти убийцу. Ну, пойдем найдем. Мы уже нашли его, можно сказать. Так, кровь там видел. А больше крови нету. Кто-то внизу. След кончается тут. А, преступник где-то рядом. Ну, мы его нашли, наверное. Твоя кошка ранена. Она не моя. Владычица всех кошек Баст. Я всего лишь ее слуга. И я защищу кошек от римлян. Ты убил римлянина за то, что он убивал кошек. А теперь здесь может начаться бунт. Меня направила ярость Баст. Я ее слуга. Я знаю того, кто оценит твое рвение. Тебе лучше служить Баст в ее храме в Бубастисе. Я посвятил Баст всю свою жизнь. Служить в ее храме почту за честь. Веди меня, брат. Лучше говорить тише. Лишнее внимание нам ни к чему. Я знаю путь. Давай скорее. Я хочу побыстрее попасть в храм богини. Дружище, ты чё, суперменом заделался? Я все не понял, он приземлился только что. Мне не показалось же. Я потом посмотрю на записи. Прочь с дороги!
как он сверху вниз такой прям так, хоба, супергеройский прыжок. Римские вояки испугались даже наших маленьких котят. Ты дурак? Ты хоть когда-нибудь молчишь? Когда сплю, да? И когда ем. С дороги! Так, ну сейчас мы, кстати, уровень получим. Хорошо. 35-й уже неплохо. Нам надо хотя бы 37-й. Такой между тем и тем. Восстанем! Освободим город во славу Баст! Ты дурак? Серапи, спаси меня! Ты дурак? Дядь. Можно я его скину вон туда, и пусть он покупается? Только взгляните на них! Они еще мнят себя воинами! Ты дурак. Хватит! Мы почти уцелились. А я тут ни при чем, отвалите! Я его не знаю. Неприятности! Тебе что, жить надоело? Да ему да, а мне нет. Поэтому отвалите от меня, пожалуйста. Союзник при смерти. Да пусть его хоть убьют, мне вообще пофигу. Спасибо. Вас так много теперь. А можно мне это? Ой, хорошо. Ага, отлично. Хватит по мне стрелять. Да, я еще и уровень получил. Нормально. Так, так и надо. А, получить уровень и сдохнуть. Ты, козел тупой. Я тебя сам хочу прикончить. Почему его не убили и квест не выполнился? Почему так нельзя? Так, я не понял. А, в смысле, этот дебил там стоит, мы столько прошли, и теперь мне возвращаться ради него? Да пошел он нафиг. Какой же он тупой, а, ну серьезно, зачем? Зачем? Ты настолько смел, ты... Там сколько, 5 типов было, ты им проиграл, идиот. Так, где Супермен? Угу, здрасте. Я знаю путь, давай скорее. Я хочу побыстрее попасть в храм богини. На тот свет ты хочешь побыстрее попасть. Римские вояки испугались даже наших маленьких котят. Я тебе сейчас стрелу промеж глаз засажу. Сюда иди. Римские вояки испугались даже наших маленьких котят. Скажи еще раз это, а? Ты хоть когда-нибудь молчишь? Не смешно, блин, серьезно, чувак. Ты дебил. Я вообще в кого-нибудь попал там? Да навряд ли. В смысле, не попал? Да ну, не верю. Нормально. Египтяне, восстанем! Освободим город во славу Баст! Рафи, спаси меня. Заговоренные стрелы. Ну, типа, да. Отлично, хорошо, хорошо летит. Да лети, пожалуйста, давай. Ай. Я лучше заранее их перестреляю. Да убей ты его. Да в смысле ты не попал? Эти... А в смысле? Они еще мнят себя воинами. Хватит, мы почти у цели. Ну почти, да. Козлина. Кстати, что по навыкам-то? 2 очка способностей и что-то интересное надо. Давай серию слабых ударов сделаем. Так, о том, что ты дебил.
вижу наше прощение. Где попут? Дэвис! Дэвис! Пожалуйста, не нарывайся больше ни на кого, а? Бери лошадь и вали отсюда. Куда он бежит-то? И зачем он? Римские отродья! А если я стану бить ваших богов? Успокойся. Да уже поздно. А, мне приходится за него разгребать это. Да. Так, продолжим? Продолжим тебе мечом по заднице. Идиотина тупая. Вот из-за тебя такие проблемы, блин. Иди в храм Баст, Халид. Только, умоляю, не говори обо мне жрице. Ты прав, Меджай. Но представь, какой триумф ждет воина Халида, если он вернется в Александрию. Боги хотят, чтобы ты избрал этот путь. Для меня священна воля богов. В добрый путь, Меджай. Пусть Баст защитит тебя. Да. Так, есть ежедневные. Давайте ежедневные. Мы, кстати, там закупимся. Возьмем какие-нибудь материалы. Иди вот так. Боги хранят глупцов. Здравствуй. Наро. Он его тоже достал, как и меня. Ну, всего 7000, да ну, чё, не круто. Так, ага, вон еще ткач. Иди сюда. Чем я могу помочь? Товар надо. О, можем что-то создать. Наконец-то. Что можем создать? Ага, сумку. Но сумка бы мне нафиг не упала. Мне надо нагрудник или наруч. Поэтому мне надо найти еще. Надо найти еще. Ну пойдемте тогда на ежедневный квест. Да ладно тебе, что так? Я не такой уж и страшный. И даже меч у меня теперь обычный. Потому что мне лень тратить деньги на прокачку того меча. Так, нет, у тебя ничего брать. Блайк, помогли ли тебе мои сокровища? Ну, Лена, так себе. Рад встрече. Конечно, помогли, спасибо. Знаешь, мы с тобой словно семья. Слава богам, что это не так. Моя дорогая мама отравила отца в порыве страсти. И погибла в водах Нила. Бегемот напал. У меня остался только этот верблюд. Так грустно. Реда, разве твою семью не сварили в бронзовом быке? Да ну, тебя подводит память. Солнце нынче жаркое, голову напекло. Прошлое — это плод наших грез. Ха-ха, вот. Ах ты про хвост. Но я все равно люблю твои истории. Рад снова видеть тебя, Реда. Да, да. Что предложить тебе сегодня? Будешь что-то покупать или нет? А, фу, мне же надо это. Думаю, сейчас... Так, в смысле, а квест? А квест, чувак? Ну, ладно. Так, что у нас еще тут есть? Так, Одиссея. Ну, пойдемте на Одиссею. Лошадка? Пернатая лошадка, пойдем. Вези меня на квест. А почему по этой, дорогой? Почему не по правой? Ты сейчас против шерсти едешь, скажем так. Не, я не понимаю, зачем. Так, что у нас? Ну, кожа есть, только вон там где-то плавает. Прогуливается. Укрепленная кожа прогуливается. А куда ты меня везешь? Мне же на квест надо. Во. А можно как-то срезать? Как-нибудь вот так, например. Было бы неплохо, я думаю, да?
потихонечку, полигонечку. Вот сейчас вот здесь вот срежем, и все. Вот повезла меня, блин, непонятно. О, отлично. Вот так вот, да, да, да. Хобана, отлично. Зачем какие-то объезды? Вот, спокойно спустился и поехал. О чем ты говоришь? Повсюду стражники. О, Серапис. Что такое, дядь? Жрец? Но почему ты на улице? Стражники узнали о том, что я возвращаю еду людям. А, ну да, помню. Они ищут меня. Даже объявили награду. Быть жрецом света в этом грязном городе тяжкий труд. Я помогу тебе выбраться из города, если хочешь. Но дальше придется самому. Я и так прошу многого, Миджай. К северу отсюда есть храм, там меня примут. Филакиты будут следить за дорогами, Миджай. Нужно идти к каналу. Там могут быть лодки. Я всажу стрелу в любого, кто помешает. Будь как Амон, жрец. Может, нам удастся выбраться незаметно. Так, ну, давайте попробуем. А, фу, ты, блин, думал, там стражник. Так, это куда? Ага, это туда, я понял. Направо? Точно? Ты уверен? Там стена. Никого не пропускать! Ой, блин! Прячься, жрец! Стражи оставь мне! Ха! Это что, замах? Иди сюда! Как все просто оказывается? А они что, до сих пор за мной пытаются это, угнаться? Ну, удачи им. Так, ладно, ехай. Кто, где там? Теперь можешь выйти, жрец. Я никогда в своей жизни не видел столько крови. Пожиратель и Апоп, должно быть, улыбаются. И запах. Это твой. Так, чувак, ты меня достал. Ты привыкнешь к этому. Правда? Нет. Ну, вообще, ты крови сейчас не видел, потому что мы просто поуехали. Байк. Жрецам редко, когда доводится служить людям. Что случилось? Пора сдохнуть. Жить хорошо. Ребят, вы офонарели? Ага. Ой, блин, да ты издеваешься. Спускайся. Ты мудак. Кто? В смысле, чего вам надо? Эй! Да почему все на меня-то? Останьте! Отвалите! Так, снял. Молодец. Шлисы кончились. Отвали. Уйди с дороги. Кто стреляет? Откуда? Вот он. Ага. А, козел. Смотри. Вот, да-да-да, валите отсюда. Вот он опять возвращается, опять делит. Да в смысле, отвалите? Я за деревом, идите нафиг. Пошел вон. Ну откуда он стреляет? Что за бред? Так нечестно. Уходим, уходим, уходим. Лошадка, погнали отсюда, нафиг. Пень. Давай, 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 дядя. Поехали. А, в смысле поговорите? Здесь наши пути расходятся, Миджай. Я думал, тебя дальше вести. Я больше не жрец. Меня звали Лиссандр. И мне будет приятно вновь стать Лиссандром, надеюсь. Что ж, мир тебе, Лиссандр. И тебе, Миджай. Байк. Спасибо. Ну, опыта маловато. Ну, это и квест-то слабенький. Так, тут мы были. А, тут по-любому какая-то это. Как его? Лагерь. Не хочу.
Так, это что у нас? Конфликт с филакитами. А, вот они эти. Продолжение квеста про поэтов. Погнали. А, кожа есть? Укрепленная рядышком. Нет. Тут, ну, как я и говорил, лагерь. Так, одна стрела. Я понял. Эй, ты! Стой! Не хочу. Пошугаем их. Ну, из этого пернатого хвоста ничего не видно. О, блин, пипец. Попал? Нет. Вот в эту статую, давай-ка. Нет, не попал. Плохо. Плохо стреляй. Да отвали ты, дай мне проехать. Мне лошадка везет, ты мешаешься. Ну да, вон черный пятно остается. Ну-ка. Ай. Зараза. Прочь с дороги! Что это было? Ладно, ладно, не очкуйте. Чё ты видишь дерево? Блин, а, это обычный. Это обычный типок был. Куда поехал-то? Ну вернись. Дай дерево. О, хорошо. Да, блин, напугал меня. Я думал, ты другой тип. Козел. Чего такие боязливые? Ну воюют люди, дерутся, сражаются. Ну что вам? Трусливые создания. По-любому вот на этих лошадях мы поедем. Они не просто здесь стоят. Я еду. Короткий путь. Здорово. Байк, а я как раз тебя разыскивал. Теперь мы знаем, как избавиться от филакитов Геннадия. Вы нашли этих негодяев? Нашли. Одна группа прямо у воды, а вторая пока засела в лагере. Хватают кого ни попадя. Еще один ездит по Канопской дороге и ведет оскорбительные речи. Вот справимся с ними. Твои поэты смогут рассказать людям правду. Мы остановим филакитов. Все, ничего не скажешь? Ну ладно. Я один делай, да, работу все. Ой, лошадка у нас сзади была. О, привет. Так, господи, иди сюда. А ехать-то куда нам? Прямо и налево. Понял. Понял, принял. Газуем. Скоро, кстати, квест по филакитам сможем сделать. Полностью. Я не помню, сколько их осталось, кстати. Ну, давай, квест. Так, дополнительно. Сколько дополнительных квестов-то? Ага. Легендарный костюм. Колесничего. Солдата. Такой тебе арсенал. Кстати, можно посмотреть, где они ползают. Думаю, после этого квеста посмотрим. Если где-то недалеко, попробуем хотя бы еще одного убить. Мне кажется, он где-то... 35 уровень, по-моему, был. Я его убил. Или 32 был, я не помню. Но факт в том, что если где-то 40-й, то нам далековато еще до него. Нам до него еще далековато. Ну что, где еще-то? А, 200 метров. Далековато. Так, ну давай, второй где? Просто сразу рядышком отметить его, чтобы он был. И вообще, он в тот край тогда поедем. Ну, давай.
Да ты угораешь, серьезно. О. А, это, господи, это квест другой был. Про филакитов ты там совсем по-другому. Да. Вот он. Убейте филаков. Просто убейте филаков. А чё он так далеко? 300 метров до него. Ну, как бы нам либо там выполнить сразу, либо сейчас туда сразу ехать. Поэтому я думаю, сразу туда я поеду. Нафиг. Потом вернемся все равно по этой же дороге и того убьем. А, вот он на меня едет. Прочь с дороги. Вам повезло, что у меня одна стрела, ребят. Да, я смогу его с одного выстрела вынести. А вот и филакит на колеснице. Я должен избавить Александрию от этих чудовищ. Кирия, осторожно! Ты дурак. Откуда ты знаешь, что это я был? О, 17 стрел. Неплохо. Биби, блин, ты чё там едешь? Ай, тихо. Ну, они шарятся по дороге. Тут не... А, это пешеход? Это такой пешеход, да? Ребята, койди, у меня нет тормозов. Давай, бочком, бочком, бочком. Тихо! Живой. Нифига вы стартовать. Задавить нафиг. Тихо, сорян, сорян, сорян. Простите, извиняюсь. Извини, извиняюсь. Вау. Нормально. Вот это было четко. Бочку сделал на колеснице. Это правда было круто сейчас. Стоять, помоги мне. Держать оборону! Что? Ну, бывает, да, чувак. Решил поспать. Эй, ты. Подожди-ка. Не-не-не. Не-не-не, ребят, отстаньте, отстаньте. Эй, отстаньте. Сражайся! Ну, держись! Вот. Пошел. Давай. Да ты дурак! Нашел! Давай, давай, мочи его. Я тебя раздавлю. Нет, не раздавишь. Давай, давай, вот в него. Молодец. Забрал. Ой, а мы тут что-то можем сделать, да? Это было бы неплохо. Где-то еще рядом. Блин, он отдаляется от нас. Так, а как бы быстро мне наверх забраться? Я хочу и все тут еще собрать. Блин, да тут много чего есть. Может, тут всякую бро... Вау, сколько тут всего-то. Ладно, он подождет. Давайте соберем. На продажу нам хватит, если что. Так, и там он кое-что можно почитать, кстати. Записи капитана. Надежностью наших трирем можно гордиться. Нам удалось успешно отразить нападение пиратов. Мы потопили уже немало пиратских кораблей. Для постройки трирем мы всегда использовали только самую прочную древесину. Ту, что привозят с Кипра. Но с тех пор, как власть на острове перешла к сыну Цицерона, регулярные поставки прекратились. Впрочем, у нас все еще сохранились немалые запасы древесины. При необходимости мы сможем построить больше кораблей. Может быть. Не спорю. Так, он отдаляется? А, он приближается сейчас. А, ты сюда залезешь вообще? Было бы, кстати, неплохо. Да, молодец. Да, он как-то приближается к нам. Why?
Это было высоко. Высоковато, но не настолько. Так, папирус? Нет, спасибо. Я пока не хочу папирусы искать. Спасибо. Ты прям идеально появляешься, когда я отворачиваюсь. Патрулирую. А, они на лодке, что ли? Серьезно? Чё ты? Не проблема. Ты! А, тот отряд, о котором говорил Фан. Нужно убить их. Может, я сумею поджечь Филуку? Ну, было бы неплохо сначала хотя бы их увидеть. А чё такой мозг здоровый, что ли? Вы чё, издеваетесь? А, я вообще не хотел вниз, если чё. Что-то интересно очень. Кстати, очень интересно. То есть это под дворцом. О, это круто, это реально круто. Стой, пожалуйста, не двигайся. Замри, замри, замри. Ну, ты видишь только стрелу, летящую в твою голову, чувак. Ты не можешь меня видеть, там вообще темно. Допустим, даже если ты увидел, откуда выстрелили, ты не увидишь меня. Потому что я, во-первых, вообще слился там с местностью. Я хамелеон, чертов. Давай еще разок. Ну, поджечь-то я поджег, они сдохнут, нет? Вообще должны. Никто не пройдет. Чего? Смотри, что выходит. Давай, в атаку! Кирия, берегитесь! Так, вот этому в голову. Ты сдохнешь. Я слышу. Нет, не видишь. У тебя проблемы со зрением. Отстань. Буду стрелять. Во имя Сераписа, стой! Не убежишь! Не-не-не, во имя Сераписа я свалю просто нафиг от вас и не буду вас убивать. Это будет, да, это во имя Сераписа будет. А если вы хотите подраться, это будет уже не во имя Сераписа, это будет во имя кого-нибудь другого. Так что нафиг. Ну да, правда, отсюда выбраться еще. Неплохо бы иметь корабль, который по свисту приходит за мной, приплывает. Так, а есть что-нибудь здесь интересное? Где-то что-то пыркнуло. Я слышу, где-то что-то пырк-пырк делает. А, наверху. Так, я всплыл. Да-да-да, пожалуйста, лодочку мне, ага. Правда, мне недолго осталось, но все равно. Да, залажу, залажу. Я возьму на время. Да, чуть-чуть совсем. 150 метров всего лишь, чувак. Я надеюсь, ты не обидишься. Так, это нам наверх надо, да, вот сюда? Даже меньше 100 метров, чувак, окей. Сейчас плыви отсюда. Да, это было необходимо, байк. Так, мне все же интересно, что за тетка была. Про обсуждение братства. Фан, стой, господи, ну куда поперся, а? Стой. Что такое? Байк, ты вернулся! Все кончено?
Теперь на улицах Александрии снова можно славить свободу. Я расправился со всеми филакитами Геннадия, Фан. Байк, отныне ты поэт смерти. Несите людям свое слово. Люблю тебя, Байк из Сивы. Ты останешься самым прославленным меджаем в истории. 1500. Ну, не ахти. Что дали? Верблюда? Серьезно? Барус. Что там по легенде? По легенде, если этого верблюда убьют, его почитатели тут же пойдут войной на виновных. Ну, в принципе, да, если моего верблюда убьют, я всех порешу нафиг. Так, куча... Ой, у нас тут сколько барахла, надо будет, кстати, после серии, наверное, подойти в магазин и продать все к чертям собачьим. Да в смысле, я же про... это просмотрел. Лук я тоже все просмотрел, вы что, издеваетесь надо мной? Что еще осталось? А, улучшение. Ну, не-не-не-не, мне и так нормально. 9 мне по самой... Не хочу, хватает. Так, что же еще сделать-то? Такие интересненькие квестики. 35 уровень у нас. Здесь у нас арена и квесты, подходящие ровно под уровень. Но это не круто. Здесь чуть меньше и под уровень. Что за... Carpe Diem? Carpe Diem. Или как-то так, не знаю. В смысле? Это глюк какой-то? Ну и ладно, фиг с вами. Так, это что у нас? Либуя. Наверное, так, да? Или как-то так. Ладно, это пофигу. Идем тогда, наверное. Ага, о! Милосердие Ра, я хочу его убить. Давайте сгоняем за филакитом и убьем его. Раз он 30 уровня, а мы выше уровнем убили, значит с ним мы точно справимся. Да даже 20 уровня филакит какого-то черт сильный. Не, супергероями я не хочу становиться. 1200 метров. Лошадка. Газуем. Извиняюсь. Не я. Богатство для всех, говорите? Я не я, не моя. И где оно? Где порядок и процветание? Все только для греков. А египтянам ничего. Новые законы греки пишут для себя. Пою... Так, что можем сделать? Угу. Так, либо урон. Давайте хпшечку. Хпшечку. Прочную кожу опять же надо. А тут, кстати, бронзу надо было только. Наш дом! Но ну, все значит, лучшее теперь достается грекам! Бронзу собирать. В некоторые лавки египтян вообще не пускают. Ага, по пути. По пути аж целых две бронзы. А, здесь у нас дерево, а там... Ой, по пути аж три бронзы. Хорошо. Он на нас едет, что ли? О, кстати, вот эти... Как их? Змеи! Змеи! Так, бронза на нас едет. Давайте бронзу отметим. Чтобы хотя бы знать... Вот они, змеи летающие. Так, давай. Дерьмо. Да это не я! Клянусь, это не я. Не моя. Не моя стрела. Правда, но я все равно заберу. Получил? Я тоже умею стрелять. Отстаньте. Ой, хорошо зарядил. Пошел вон.
Нет, 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 нет. Воду, 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 воду. Горящие лошади. Я понял. Ну, Филак... Аж игра испугалась. Дерьмо! Одна тварь! Я хэсахэн. Я тебя расстреляю, блин, уродец. Эй, лошадка моя, вали оттуда. Ты прям вот вообще... Не круто там бегаешь. Давай, давай, проголовим. Ну, лошадка, свали оттуда, пожалуйста. Погоди. Боишься? Ну, у тебя уже пол хпшки нету как-то. Значит, я не боюсь. Подходи. Подходи давай, сказал. Подойдешь? Сможешь? А, ты копейщик? Ненавижу вас. Ты умрешь жестоко. Ты умер. Надеюсь. Да. Минус еще один филакит. А, добить наверняка точно. Что дал? Вау. Да, я хотел давно парные мечи золотые. Так. Снаряжение. Снаряжение, я сказал, срочно. Так, вместо вот этого меча. А, где парные клинки? Вот они. Вау, вот, вот так хотел делать. Так, теперь мы быстро бьем. И все отлично. Так, лошадка. Ну, кстати, их надо прокачать бы. А, точно, 35 уровень, можно качнуть же. Каждые 5 уровней, по-моему, прокачка идет хорошая. Да, качнем эти мечи. Так, стрел нету, берем другие. Дионисиас. Братья, братья! Архонта. Да ну. Готовься к смерти! Я отражу. Ой, как ништяк вообще рубит. Легко и просто. Так, ну это понятно. Тут, куда мы телепортировали... Ой, Тут телепортировались. Приехали куда, господи. Что у нас тут еще рядом? А, сокровище найти. Все, я понял. Идем за сокровищем. Сорян, 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 спите, спите. Все, все путем, ребят. Нужно быть осторожным. Нужно? Нужно. Привет. Он уснул вечным сном. Хобана! Кстати, прикольно, что из-за шторки он меня не увидел. Это очень круто. Это прям... Топится какой-то дрянь давали. Серьезно. Все, я понял, что я выполнил. Потому что больше ничего и нет. Пожары. Пожары здесь. Круто. Давайте он статую уничтожим. Так, а до уровня нам сколько? А, ой, до уровня нам далеко. О, нифига, он сразу заряжает. Вообще махом. Че? Ты кого несут?
прикольно. Вот я только нажал, он уже зарядил. Нажал, зарядил. Круто. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, мы вроде каждый вид оружия получили с этих дурачков. С этих филакитов. Так, нет, стрелы не будем тратить. Рядом никого нету. Все, тогда просто слазим и валим. И валим эту статую. Это вот так вот. Да они круче, чем меч, блин. Что за фигня? Что и где сокровище? Сокровище нашел. Сокровище вижу, идем туда. Стоять! Надо действовать аккуратно. Да, не спорю. Вот и все. Делов-то. Никаких вообще проблем. Да это лук такой себе, вы чё? Боевой лук. Это фигня. Так, ну выходим. Ну и думаю, тогда сегодня мы закончим. С вами был Greenite. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.